Вот он наш триммер чемпион, на котором мы подтянули шнурочек. Вот. Сейчас мы заведем его, послушаем, почему он глохнет на холостых оборотах. Как мы видим, действительно на холостых глохнет, хотя двигатель работает нормально, когда даешь газ, на мощности работает нормально. Значит, нам просто надо немножечко подкрутить холостого хода винт, он вот этот верхний. Карбюратор, он без регулировки, то есть здесь нету винта подачи топлива, а винт только регулировки холостого хода. Вот его мы сейчас как раз закручивать будем, добавлять до тех пор, пока он не перестанет глохнуть. Сейчас заведем и делать это будем в рабочем уже режиме. В принципе, нормально, триммер работает хорошо. Единственное, человек нам принес без нижней палки. Вообще идеальный холостой ход — это когда двигатель работает, а ваша гарнитура, то есть это или нож, или катушка, стоит на месте. Вот тогда это считается холостой ход нормальный. Сейчас мы на слух сделали, вроде нормально, но человека предупредим, если что-то будет, пусть принесет нам нижнюю палку, и мы еще подрегулируем. Вот с похожей проблемой обратился нам второй человек. Но здесь у нас не холостой ход, а здесь есть у нас регулировка карбюратора. То есть можно подать побольше бензина. Вот сейчас при помощи его мы будем регулировать карбюратор. Так, сейчас мы его заведем, послушаем его и проведем настройки. Вот, вообще, если, конечно, заведем. Он очень сильно заливает. Сейчас мы будем этот винт накручивать. Попробуем, заведем. Ну вот, в принципе, триммер работает нормально. Скорее всего, данный винт регулировки просто открутился от вибрации со временем. Или человек уже сам его накрутил, что-то пытался тут настроить. Вот, мы немножечко сейчас его закручивали, соответственно, ограничивали бензин. Меньше бензина стало поступать в поршневую систему, и он начал работать уже нормально. Все, подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт fluctool.ru. Всем удачи!